Здрасте, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня пятница, прилетел Зур, прилетел у нас на Титан, да? Платформа, вот здесь он располагается. Роковая энграмма идет одна на три персонажа. Подходите к покупке с умом, так как она достаточно дорогая, дает вам недостающую экзотику. Пятерка мечей дает возможность настроить сумеречный налет так, как вам удобно. Зур нам сегодня привез нефритового кролика. Напомню, эта винтовка разведчика хороша, например, в инерции, да, где убивает с одного попадания в голову. Помимо этого, на нее есть еще и катализатор, который качается в PvP. И, кстати, катализатор сейчас идеально как раз качать в инерции. На Варлока он привез геомагнитные стабилизаторы. Чем хороши эти ботинки? Тем, что они идут под электро Варлока, под среднюю ульту. Тем самым, если вы наносите урон лучом хаоса, ваш луч продлевается. Хорошая штука. На Титан он привез одну из топовых экзотик. Это сердце священного пламени подогненного Титана. Но я чаще всего использую с нижней веткой, хотя для любой подойдет. Откатывает ваши способности тогда, когда у вас заряжена суперспособность, то есть ваша ульта. Ну и на охотника он привез шестой койот, абсолютно для всех веток подходит, дает вам два уклонения. Например, если вы играете в PvP, у вас идет изначально два выстрела для дробовика, сделали два выстрела, допустим, убили, взяли, подобрали, уклонились, то есть перезарядились, еще увидели противника, убили, подобрали, уклонились. Тем самым у вас постоянная такая идет перезарядка. Очень удобно. В общем, Зур сегодня привез действительно неплохие вещи. Так что, если у вас нету этих вещей, покупайте. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх. Подписываемся на группу, на канал. Ставим колокольчик. Всех благ, друзья.